Здравствуйте! Сегодня мы делаем видеообзор номера категории Rainforest Deluxe в отеле Ritz-Carlton Langkawi. Давайте пройдем и посмотрим, что внутри номера у нас тут имеется. Вы видите гардеробную зону слева. Сразу же мы попадаем в ванную комнату. Размер этого номера 75-85 квадратных метров. Все зависит от размера балкона. Вы видите, что в ванной также панорамные окна, как и во всем номере, но эти окна закрываются электронными жалюзями и создается атмосфера приватности. Здесь у нас душевая, две раковины для него и для нее. Сейчас перед вами открывается мини-бар, кофемашина, набор кофе и чая, посуда. Здесь у нас еще один шкаф платяной. Сейчас мы пройдем с вами в спальню, и вы видите, здесь стол стоит, два кресла, панорамные окна, с двух сторон открытые большие в пол окна, в номере очень много света, вы видите диванчик, который при необходимости переоборудует дополнительную кровать. Мы находимся в номере с одной большой двуспальной кроватью, king size bed, но эти номера имеются также в категории этой же категории с двумя раздельными кроватями, а также, возможно, эти номера connected, то есть king size коннектится с раздельными кроватями номера. Сейчас пройдем с вами мы на балкончик, на террасу, и вы увидите, какой вид открывается с балкона. Эти номера идут у нас не гарантированно вид на море, поэтому категория их и называется Rainforest Deluxe в Ritz-Carlton Langkawi. Но некоторые номера имеют вот такой прекрасный вид на море. Вы видите, здесь у нас на балкончике стоит диван. Идемте выйдем. И вот такой вот открывается вид с балкона. Еще раз, это Ritz-Carlton Langkawi, номер категории Deluxe Rainforest.